Уважаемые жители Реутова, важная информация для должников за коммуналку. Сразу две управляющие компании города, РЭУ номер Садовый и ЦС-сервис, информируют собственников квартир в жилых домах о том, что права по возврату просроченной задолженности по коммунальным услугам перешли к предприятию Р-сетевая компания». Речь идет о долгах за услуги по горячему водоснабжению и отоплению за период с 1 ноября 2018 года по 11 ноября 2020 года. Изменения вошли в силу в соответствии со статьей 150 Пять жилищного кодекса Российской Федерации.